Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Сегодня у нас Луи Габриэль Эжен Изабе. Французский живописец, маринист, акварелист, литограф романтического направления. Родился 22 июля 1803 года. Я пользуюсь Википедией. Представитель стилей романтизма и академического реализма. Родился в семье с богатыми художественными традициями. Его отцом был придворный художник-портретист и миниатюрист Жан-Батист Изабе. В молодости Жан мечтал о море, хотел стать моряком, но, однако, под влиянием отца занялся живописью. Первые уроки рисования получил уже у Жана-Батиста Изабе. Стал писать картины на исторические темы, пейзажи, но чаще всего изображал сцены с видами моря, бурь и кораблекрушений. В начале своего творчества занимался почти исключительно изображением морских видов и натюрмортов. Побывал в Алжире, первый раз выставил свои работы в Парижском салоне в 1827 году, а уже в 1830 участвовал в экспедиции в Алжир в качестве официального художника. Однако его картины, созданные в этот период, не нашли покупателей, поэтому он стал уделять больше интереса к исторической живописи и в этом жанре достиг большого успеха. Под влиянием творчества английского художника Ричарда Боннингтона и Делакруа, ведущих представителей романтизма в европейской живописи, стал создавать жанровые произведения, акварели, которые были гораздо более реалистичными, чем у предыдущих мастеров его времени. Это были исторические картины, портреты с элементами лирики и драматизма. Под конец жизни писал картины, изображающие драматические сцены массовых убийств, поединков, драк, катастроф и несчастных случаев. В своей мастерской воспитал ряд известных художников, среди них Эжен Буден, Риан Бартольд Йонкин. Дружил с Урасом Верне, был придворным художником короля Франции Луи Филиппа I. В 1832 году он ждал, что его произведут в рыцари почетного легиона. Изображал исторические сцены, как я уже сказал, порты, бухты, пляжи, корабли, кораблекрушения, сцены шторма с грохочущими волнами в открытом море были предметом его работ. Изучал работы Уильяма Тернера, одного из самых выдающихся английских художников эпохи романтизма. В честь художника названа начальная школа Монтеврейни. Умер он в 1886 году. Ну вот так вот вкратце о французском живописце, маринисте, акварелисте, литографе романтического направления Луи Габриэль Эжен Изабе. Пока-пока, до свидания. Смотрим, работаем.